боль не дает. Не знаю, существуешь ты или нет. Конь нет. Теперь у меня вылетело. А у тебя где вылетело? А хотя бы бой. У меня голова не раскрывает теперь что-то. Пресневен, да. Вот первое окно, которое открываешь. Ну, как появляешься там. Заебись, написано ок. Короче, нужно нажать, я нажимаю ок, у меня сворачивается. Ну так нефиг сворачивать. Нажми просто ок. Я просто и нажимаю, он сворачивает. Ты сворачиваешь, зачем ты сворачиваешь, когда можно нажать ок. Все нормально. Я вижу кого-то, кто это бегает. Ортодокс, мучает тут. У меня не удалось подсоединиться к серверу. А Карамыча пишет? Так, кого-то Гаус, осторожно. Я тебе только что прочитал, что пишет. Не, в плане, блин, попробуй еще, короче, раз. Так, мне только что расщепили с Гаусса вообще в нуле. Так. Причем даже не заметил врага. Блин. Да. Неужто ты жрался? Что-то у меня, короче, понял. Вообще никак не заходит. Боже, какой ты вот ты. Короче, быстро за Гауссом. Нормально, халуши скачаю и все, и не палец. Я-то за что-то Какую-то украинскую халу скачал и вся лагает. Чисто православный эллин скачали и все. Будет в житие. У меня заебисовская лагает. Что ты с ней делаешь, что ли? У меня квест 1.6 на интегрированном. Короче, не на Голландии карте, а на этом, на интегрированном. Так. Ой, спасите меня, спасите. У меня кончились патроны ко всему. Именно КС 1.6, она не идет. Вот эта заебисовская именно. Хорошо сделали лечилку. Короче, не давайте Гаусс никому. Ой, 250 мегабайт жить. Только висеть. Блин, где патроны лежат? 250 мегабайт жесть. Кто-то рядом треспавнился. В бункере бегает. Не кажется ли какие-то только домашние там? Что? Это домашние ребята остались. Где... А, я все с ними тебя сдюсь. Вот этот Эдис.ру, он вообще домашний. Домашний? Вообще, улитка домашний. Ну так это лампово, тепло. Там Гаусс разряжает, я ты слышишь. Я вот 5 раз подряд из Савтича занесу, короче. Ну так развлекайся, пока можешь. Вот я развлекаюсь. Ну, блин, как там? Молодец. Да, я тоже ее вспомнил. Я как раз ее шестих. Давай. Что это собаки? Как это назвать? Момент. Иня. Блин, я хрен знаю, как это все. О, я уже нашел сразу Иня. Слышишь? Да. Тут заряжается все. Это я. Она как-то не критичная, вот тип мне. Вниз убежал через правый проход. Голливудские звезды горят по-русски. Обзор фильма «Волк с Уолл Стрит». Топ-5 фильмов в декабре. Кто этот, блин, домашний вообще? Интересный факт из жизни Леонардо Ди Каприо 2013. Обосраться можно. Недавно видел фотку, он такой... Ай-яй-яй, извини. А, что еще? Я так... Ну, блин, я не... Эта штука ваншотит, если в бошку. Верно. Ваншот. Чё ты там видел-то? А, видел, короче, фоточка Ди Каприо. Можешь меня убить, кстати, я за тобой бегаю. Сейчас. Ой, что-то я вообще-то... Всё. Кто-то зашел.
Кто там Хелл? Ну что там Ди Каприо? А, короче, фоточка Ди Каприо. Ха-ха. Ты был, что ли? На пляже. Что, ты меня заводил, что ли? Я не видел, кто меня зарисовал. Ты эту фразу будешь полгода говорить. Да, по-любому. Хелл Рейс, это кто? Ди Каприо на пляже. Он такой сейчас богодатый, пиздатый, забавный. А я видел это. Вот, ну, и он, короче, парад... видишь, он с тремя бабами там бисит. Он вообще, теперь. Он плачет. Я его видел тоже, тут, да, сегодня фотку. Вот куда парад... арбалет? Там типа, короче, типа он пьяный сжигает. Прикольно. Ну, а, типа там как писал, типа, его друзья считают, что он там что-то мужик пьяный. Типа такой херни. Да, сплетни, желтая пресса. Да. Самое интересное. Все, что вы хотели знать, как интересное. Я нахуя не спросил. У мышки стала лагать вторая кнопка. Жить говно. Это связано. Ты что-то лечила? Точнее, ладно, не есть, но я крайне странно расположен. Кто-то с арбалетом кипирит где-то. Блин. Я не вижу, о, где же. Стоит. Что там есть на бегале? Человек-паук. Старый паук. Эй. Что такое? Я что-то завис. Это я пытался зайти. О, смена? Куда появится нужно? Думаю, нужно выйти за пределы. Какие-то двери закрывающиеся у меня, есть. У меня в истории так, есть. Двери на вот так сейчас. Блин, надо поехать внутри и вот куда нужно залезать. Я что-то не знаю, мы же играли на этом сервере. Я играл уже. Он зайти не может. Не удалось зайти. Лол, кажись, тут в обратную сторону. Да, да. Что там, запретная видеосиська? Да. Это вообще ходовая фраза тебе. Это просто новый мем. Ну, тут кряхвейки и нечи. Сиська. Ну вообще ты классно залетел. Как фига он? Охеренно. Я и забыл, уже и забыл об этом. Чего ты себе веду это? Пошли вы нахер с трех сторон меня атаковать, ублюдки такие, берите воду. Сами не играю больше, пошел прятаться. Запретный путь. Тихо, тихо, ты меня блин. Аааа. Какое ваше психологическое запретное видео? Сиська. Фу. Будь здорово. Когда-то считал, что типа пылесос быстро убивает. Ну что, нет что ли? Ой, ну, кто-то из Гаусса стрелял, только что-то неприятно. Ну лазером-то понятно, что быстрее, но все равно. Ракетница тоже быстро убивает. Боже, чувак красиво разочаровался в жизни. Повесился. Нет, короче, я у него перед глазами. Перехватил пылесос, он что-то застыл на месте, я его спокойно убил. Он, наверное, просто офигел от наглости. Это было обидно. Что-то блин в глаз попало уже, задолбало. Ч
что-то в глаз такой... попало, это он убегал от чела с ловом, ко мне подошел сзади другой чел с ловом. Паровозик. Тыр-тыр-тыр. Хнюх-хнюх-хнюх. Че за херня, почему он спавнится прямо перед моей мордой? Пошел он нахер. Ой, знаешь, кого вспомнил? Кого? РЖД. Как-то она резко вылетела. Я не знаю, я ее вообще не воспринимал никогда, так что. А кто я, по-моему, воспринимал, кроме Вова на и Мистем? Да, ну что ли? Да. Фу. Тыр-тыр-тыр. Октавиан может взять кто-нибудь? Давай. Я же, наверное, как обидно было, ты когда мы над ней, ржали все время. Да мы все время над ней при ней ржали. Особенно когда она на Вана обижалась. Помнишь у Радги? Да, тогда все ржали. И все, я пошла. Блин. Машина. Ну шо? Машина. Я дома. Октавус Машонкус. Как ему наблюдать? Орешник, ну ничего себе. Ребят, ну хрен знает, как пойдет. Пока нет, а позже посмотрим. Не исключено. Чё? Ну, только, блин, чё в барешник можно? Цивильную попочку спилить. А то, небось, опять Германию какую-нибудь хочу предложить. Вайсберг. Блин, она какая-то, не серьёзно. Начнём с того, что где Кемперед этот засранец? Чё? Начнём с того, что где Кемперед этот засранец? Можно его поймать и убить на это. Ну, блин, ну, в Германии вообще тупо, там кроме пиваса тупо нечего брать. Я пивас не буду. Так что... Коконавт. Кто тебе звонит? Бухать. Это Москвенок звонит. Вот. Просто. Бухать я не хочу, а в кафешке ну, посидеть надо говорить. Нормально, да, чел не пьющий зовет бухать. Вообще, я сам в шоке. Тут просто. Ух ты, я нажал. Все, кнопочку добавлю нашу. Да мы тут сидим любая. Зови этого тоже, Вася. Ты Вася хочешь поебать? Ну ты ж такой старенький. Ты ж первая, он даже её, наверное, не видел. Нет, не хочешь? Я уже скачал.